В поселке Ардак Шенгурлауского района радостное событие. Здесь, в преддверии Нового года, открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Благодаря инвестору теперь медики будут принимать сельчан в новом здании. Раньше жители села Ардах получали курс лечения в старом медпункте, здание которого 1974 года постройки и давно находилось в аварийном состоянии. На помощь пришел инвестор, который за счет собственных средств начал возведение современного здания фельдшерско-акушерского пункта. Ход строительства проинспектировал глава региона в ходе рабочего визита. Церемония открытия состоялась при участии акима района Алии Мухамбеджановой. Новое место работы уже осваивает медсестра Минслу Нугманова. Помочь, первую помощь оказать. Здесь работаем, мы проводим дневные стационары, процедурные у меня есть кабинеты, приемный кабинет. Здесь я принимаю больных. Первую помощь оказывается, если надо будет уколы, я делаю процедурным. А дневные стационары это уже с Чингирлау назначают врачи Чингирлауской РБ. И по назначению врача я делаю дневной стационар. Также принимаю здесь маленьких детей. Медпункт отвечает современным требованиям. Есть все необходимое для оказания врачебной, медицинской и экстренной помощи. Медицинское оборудование, холодильники для хранения лекарственных средств. Первую помощь, прививки, уколы и многое другое здесь могут получать более 300 сельчан. Я живу в этом поселке. С каждым годом жизнь на селе становится лучше. Сегодня у нас радостная новость. Было построено новое здание медицинского пункта. Оно современное. Теперь мы будем получать лечение в отличных условиях. Как отметил глава района, вопрос по открытию нового медпункта поднимался ежегодно. В последние годы к реализации социальных проектов на селе привлекают частных инвесторов. Необходимо отметить, что также за счет них в селе Ардах была установлена новая мачта. Теперь шенгурлауцы могут пользоваться интернетом и сотовой связью. Альбина Кумаргалеева, Айдос Кисимов, телеканал Акжаик.